В Новом Городе рядом с парком имени Маргелова установили еще один пост наблюдения за загрязнением воздуха. Метеопост представляет собой оборудованный мобильный павильон, где несколько раз в сутки будет считываться показания приборов. Постоянное слежение за качеством воздуха будет проходить по специальным программам. В итоге пункт даст объективную картину по предельно допустимым концентрациям загрязняющих веществ в воздухе производственной и жилой зоны. Данный пост будет проводить наблюдение за загрязнением атмосферы по 8 компонентам. В настоящий момент идут как бы строительно-монтажные работы, и 13 числа мы рассчитываем включить его в работу, и жители Нового Города могут в ежедневном режиме получать информацию о состоянии окружающей среды на своей территории. Пост разместили по просьбам жителей, обращавших внимание на сильный запах гари в данном микрорайоне. На данный момент в регионе работает 10 подобных постов. Кроме того, заработал телефон круглосуточной горячей линии по вопросам загрязнения атмосферного воздуха в Ульяновске. По номеру 73-79-11 горожане могут сообщить о запахе гари и задымлении. Анна Тищенко, Управда ТВ.